Я сейчас подъехала к этому second-hand outlet, Goodwill outlet. И такие, конечно, люди ходят сомнительной внешности. Вот как этот, это что, он с магнитофоном или что это? Не знаю. Я была на этой неделе в одном тоже навес. Вы знаете, там мужик нахапал кульков, эти кульки были запечатаны, ну там что-то в этих кульках лежит, и вот он это все хапал. И потом он сел возле меня на скамейку, там есть скамейки, в этом скамеек нет. И он там разрывал эти кульки, и в них были серебряные ложки, вилки и ножи. Я думаю, боже, как же ему повезло. На eBay, кстати, это неплохо идет. Ну ладно, я пойду потом, в общем, включу, покажу вам, если я что-то куплю. Тут это, ну, не так много людей. Я вот что-то такое взяла, чтобы вам показать, что это такое. Это свою челюсть подвешивать. Это явно винтажное, оно очень тяжелое, я его покупать не буду, я взяла это вам показать. Или это чтобы зубы не болели. Я не понимаю, что это. Окей. Очки, это мои картины. Там внизу много картин. Я тут стояла, записывала, ничего не записалось. Мне повезло, я нашла вот такие Michael Kors. Видите? Не знаю, это я, конечно, укажу, может, за 20. Нашла вот такой альбом с этими, с бейсбольными, те, кто увлекаются бейсболом. Я не знаю, если их вместе или отдельно продавать. Потом вот эти вот в отдельности понаходила, несколько листов. Бумагу нашла на Новый год. Нашла вот эти вот. Один был у одного мужика, один я нашла, и потом этот мужик ушел и выложил его, и я его взяла. Не знаю, думаю, вот такую книгу взять, потому что здесь 60-х годов иллюстрации. Это школьный альбом. Это картина. Я вот тут вот. Здесь можно найти классные туфли, но здесь нужно иметь больше, чем один человек с тобой, чтобы ходил. Вот такой вот. Тоже один. Вот эти вот очень классные от компании Puma. По-моему, это женские. Вот здесь вот Puma. И тоже один. И еще один. Вот такой вот это Adidas. Тоже симпатичный. Тоже один. Я вот здесь вот в унитазе сделала это презент. Коуч. Тоже один. Тут надо подойти, именно стать возле меня. Да, вот я выкинула сумку, потому что я считаю, что это полный фейк. Здесь швы, видите, косые. У меня никогда в жизни не было Louis Vuitton. Поэтому обычно, знаешь, когда держишь в руке, но здесь не качество, а качество. Вот это вот Birkenstocks. Мой сын их очень хотел, черного цвета, только один нашла тоже. И выкинула вот эту вот сумку. Она может показаться вам старческой, но я хочу, что в Штатах это не из дешевых компаний, а компания SAS. Ну, потому что она с дефектами, я ее выкидываю. В общем, людей тут тьма. Все копаются, шмопаются. Я не знаю, если у меня сейчас тачка очень много зависит, я половину должна буду выложить. Не хочу слишком много платить. Вот здесь вот какие-то нашивки. Это блёстки. Я не буду эти блёстки покупать. Да. Это я взяла замочек. Вначале мне
показала, что это как Феррари. Но это какой-то обычный замочек. Это какие-то эти... Я даже не знаю, что это. Что-то винтажное. Я вот люблю находить такие ящики. Потому что... Ну, это как... Что-то вроде как клад найти, знаете. Ой, тут эта музыка, чтобы она не записалась. Гляньте, написано Раша. Видно, нет? Что это такое? Баб from Randy. 1994. Сделано в Китае. Никакой это не Раша. Это не настоящий. Сейчас будет новый тачки. Вот хочу показать. Здесь находится. Видите, эти мужики, они тоже на eBay продают. Здесь эти Fuji. Но это, по-моему, обычный. Я тогда купила Canon или Nikon. Я вот точно не помню. Вот доска, кстати. Это неплохо для школы. Видите, здесь нет этих вот этих вот штук. Если найти такие штуки, то эти штуки, они продаются отдельно и довольно за неплохие деньги. Так, я взяла свои перчатки. Сейчас один мужик здесь нашел это какие-то или кольца, или что-то такое. Are you going to show the store or no? No, no. I'm not showing to store. I'm showing to my friends. Oh, yeah. I told them and they did not believe me. You want it? I'm going to give it to you. I don't know. No, if you don't want it, just throw it back. No, I'm going to try it back. Listen, I need this. I need this. Is it junk? I don't know. Okay. Thank you, though. А до silver. I don't know. Are you tasting it? Huh? Are you tasting it? No, I need this. I just need this loop. Mm-hmm. And this screw for my. This is nice, right? Oh yeah, it is nice. It's. I think it's to measure something, no? No. It's like pumping things. Yeah. I don't see that. Don't forget your phones. No, it's okay. Я нашла один туфель и джел. К сожалению, он только один. И сегодня я снова нашла этот коуч. Может, это тот же самый, я не знаю. В общем, тоже только один. Вот это вот остальных людей ставка.